Как бывает, выбрали некачественное белье, потерялся принт. Выбрали белье, потерялась мягкость. А вот, например, что еще бывает? Бывает, рвется или, конечно же, накатывается. И от нашего красивого постельного белья остается вот. А вы хотите бросать деньги на ветер? Лично я нет, поэтому давайте разбираться, как нам сегодня выбрать качественное постельное белье. Юль, ты эксперт, тебе и отвечать. Ой, Арина, с удовольствием научу. Во-первых, сделать звонок на телеканал Shopping Show и выбрать постельное белье из поплина «Садовые розы». И вот они, три преимущества. Сейчас будем вместе с вами, Арине, возвращать ее качественную спальню и качественную постель. Мы же хотим высыпаться и хотим, чтобы наша очаровательная Ариночка тоже выспалась. Поплиновое постельное белье. Ты сказала, что там про выцветание цвета. Принт выцветает. Принт. Ага, это беспокоит хозяек. Конечно же, постельное белье из поплина, наши замечательные розы, выполнены стойким, качественным гипоаллергенным красителем. Раз. Вот тебе. Одно из самых главных качеств поплина. Более того, принт выполнен в дизайнерской лаборатории нашего лучшего российского производителя. Это я тоже особенно ценю. Рисунок подобран в связи с тенденциями текстильной моды. Аришенька, убедила? Убедила. Дальше идем с вами. Еще один шарик. Это у нас с вами качество самой ткани. Поплин сплетен по особой технологии, поэтому и рисунок смотрится особенно натурально, и переплетение плотных и тонких нитей, полотняное, прочное переплетение дает поплину супер износостойкие качества. Это белье повышенного уровня прочности, при этом невероятно мягкое, как лепестки розы, которые вы видите на экране. И качество о нем тоже не забываем. Конечно же, это швы, выполненные по ГОСТу. Да, вот так, посмотрите, одним движением возвращается к вам все, что вы хотели. Ваше качественное, красивое постельное белье. И теперь выбор за вами, что выбрать для себя. Какое белье вы хотите, чтобы было в вашей спальне? Юля, правда, а дизайн-то невероятный. Вот они, цветы, которые очень мягкие, очень приятные, будто лепесточек прикасается к нашим ладоням. Ариночка, ты обратила внимание? Вот я, например, сразу обратила внимание, мне это бросилось в глаза, как дизайн умело подобран. Идеальное сочетание цветов. Спокойная, разбеленная фиолетовая гамма. И еще сочетание нежных цветов и модные сегодня клетки кантри. Поэтому с садовыми розами вы еще и пойдете в ногу со временем. Это комплект современный, выполненный по последним тенденциям текстильной моды. Но 100% хлопок. Вот обычно все мне говорят, да, хлопок — это хорошо. А в чем он хороший? Вот для спальни, для постели? Я как-то вот не особо понимаю. Ну, не каждый разбирается. Действительно, мы привыкли, да, понимать, что хлопок — это хорошо. Я вам расскажу, чем хорошо. Я вам как эксперт рекомендую спать на хлопке, потому что в первую очередь это материал натуральный и дышащий, то есть всесезонный. Ни зимой, ни летом на нем будет одинаково комфортно. Летом легкий холодок, зимой приятное тепло, потому что хлопок обладает свойствами терморегуляции, дышит. Кожа дышит вместе с этой тканью. Что касается впитываемости, это тоже главное свойство хлопка. Гигроскопичность. Всегда ваша постель свежая, чистая, и вам приятно каждый день ложиться на садовые розы. Ваше высококачественное постельное белье садовые розы. Вот вы давно позволяли себе что-то особенное, что-то больше? Или хотя бы раз выбирали элитное постельное белье? Нет? Тогда самое время, ведь номер для ваших заказов всегда бесплатный, многоканальный. Мы звоним сегодня, оплачиваем свой заказ только по факту получения. И вы посмотрите, как с одним комплектом постельного белья может преобразиться вся ваша спальня.